Добрый день. Вас интересует лечение артрита, артроза или остеохондроза позвоночника? А может быть, вас интересует лечение мастопатии либо фибромиомы? Или лечение хронического цистита либо простатита? Либо эндокринная патология в виде аутоиммунного тиреоидита или узлового токсического зоба, либо сахарного диабета второго типа? Либо такие заболевания, связанные с грязной кровью, как тромбоцитопения, анемия, либо иммунодефицит, снижение активности иммунной системы? Я вас поздравляю. Для всех этих проблем есть одно объяснение. Плохая работа одного из двух фильтров вашего организма. В этом случае в большей степени страдает не печень, а почки. Когда почки плохо очищают кровь, токсины остаются в крови, появляются проблемы с кровью, токсины накапливаются в различных зонах вашего организма и появляются там специфические изменения. Если вы хотите от всех этих проблем избавиться одним махом, вам нужно улучшить работу почек. Ну, для этого разработана формула номер 8. Она помогает улучшить состояние почек и очищение крови. Почему первые признаки нарушения работы почек – это солевой диатез? Если вы поймали состояние на этом уровне, великолепно, ваш организм будет при правильном лечении избавлен от всего этого вороха проблем. К солевому диатезу крепятся в разной последовательности все вышеперечисленные диагнозы и сопровождают его, пока вы не восстановите работу почек. Если вы работу почек восстанавливать не будете, развивается песочек, превращается в камушки, появляется мочекаменная болезнь, следом воспалительный процесс пиелонефрит, ну и исход в почечную недостаточность. То есть, если такая перспектива вас не устраивает, лечение по методу доктора Скачко поможет вам последовательно избавиться от всех этих проблем. Первое, что вам нужно сделать, это улучшить состояние почек, улучшить работу почек по очищению вашей крови. Если вам лечение по методу доктора Скачко необходимо, обращайтесь.